Весь мир любителей поп-культуры празднует день рождения, пожалуй, самой главной музыкальной персоны наших дней – Мадонны. Она остается культовой, несмотря на то, что последний хит певица выпустила в 2009 году. С тех пор Мадонна все больше отстраняется от музыки. Сейчас поп-королева заявляет себя как модельер, режиссер и бизнес-леди. Совместно с дочерью Лурдес Мадонна создает коллекцию молодежной одежды, получившую название Material Girl. Лицом марки стала скандальная Келли Осборн, оторва и образец протеста и непослушания для всех тинейджеров. Это моя совместная работа с мамой. Она не сильно вмешивалась. Получилась коллекция Material Girl. Кроме того, Мадонна Луиза Верона Чиконе, именно таково полное имя звезды, пробует себя в качестве режиссера и сценариста. Так на экраны скоро выйдет кинодетище артистки под названием W.E. Сюжет фильма носит исторический характер. Уолли Уинтроп – американская женщина, которую заинтересовали отношения короля Эдварда VIII и Уоллис Симпсон. Интересно, что одну из ролей в картине сыграет дочь певицы Лурдес. Я думаю, это сильная героиня с отменным вкусом. Судя по всему, начинающего режиссера мало волнуют провалы всех предыдущих работ. Ведь с завидным упорством Луиза Чиконе продолжает снимать все новые и новые картины. С таким же упорством королева поп-музыки борется с признаками старения. Своим примером она доказывает, что и в 53 можно выглядеть на 30. Но дается это ей ой с каким трудом. Физические нагрузки Мэш пропагандирует, открывая свою собственную сеть фитнес-клубов. Свой брак с Гаем Ричи звезда расторгла в 2008 году, после чего в ее жизни были Хесус и Зайбат. Но с каждым из них Мэш громко рассталась. Надо отметить, что в отличие от Хесуса, который сделал себе имя и карьеру за счет имени знаменитой половинки, Зайбат старался оставаться в тени своей возлюбленной. Интерес к мировой знаменитости молодых людей неудивителен, ведь поп-исполнительница кому хочешь даст фору. Почти во всех клипах и, конечно, в турах певица поражает своей пластикой. Она умудряется скакать как 18-летняя и при этом работать без фонограммы. Однако в последнее время Луиза Чиконе не балует поклонников новыми хитами. Возможно, мудрая Мэтч уступает дорогу подрастающей легенде Лурдес, ведь дочь певицы сейчас появляется в прессе чаще, чем сама королева. Георгий Иващенко, про новости.